Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет. Сегодня к нам на обзор попал телефончик 8800, Nokia 8800. Вот такой вот коробочки черный. Стандартная, здесь у него такая вот штучка. Так, здесь мы, кому интересно, 8800 Сирокко. У нас телефон голдовский должен быть. Сейчас посмотрим. Вот телефончик. Значит. Здесь у него мало. Что это такое? Непонятно, какая-то брошюрка. Ладно. Так, телефон я пока ничего не буду. Так, ну. Так, сейчас посмотрим, что там у вас в коробочке. Так, у нас еще тут мануалы. Диск есть. Так, что у нас здесь в коробочке? Значит, зарядное устройство. Ну, есть док-станция к телефону. Есть чехол. Вот такой вот чехольчик. Gold. И есть стереогарнитура. Вот такой вот. Вот такой вот у нас комплект поставки телефона. Так, а телефон. Надеюсь, тут на силу батарея. Сейчас посмотрим. Угу. Так, на силу. Ну, так, глянем сейчас коротенько. Что тут у нас? Вот такой вот аппаратик. Качество сборки вроде неплохое. Телефон тяжелый. Довольно-таки граммов 200, наверное, около того. Металлический. Эта крышка пластиковая, потому что здесь антенна находится. Эта крышка металлическая, ну и корпус металлический. Сейчас подумаю, даже слышно. Щелкает. Ну, сейчас я его тогда подзаряжу и посмотрим, что там у него внутри. Итак, телефон я включил. Сейчас посмотрим, что там у нас по программному обеспечению. Сейчас еще раз внешний вид покажу. Телефон, конечно, выглядит суперски. Итак, смотрим. Звездочка. Ну вот так, и вот информация по телефону Nokia 8800 Sirocco. 2007 года выпуска аппарат. Вот так вот. Конечно, выглядит отлично. Ну, все, всем спасибо, до свидания. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.